Привет, мои дорогие! С вами шеф Талга, Алматы со вкусом. Я готовлю в своей любимой кулинарной студии Kenwood с продуктами Spar. Сегодня я для вас приготовлю салат, который можно готовить в любое время года. Болгарский перец, петрушка, королевские шампиньоны и моя любимая продукция Spar. Я использую грибы от Spar, они уже нарезаны, приготовлены. И сыр рикотта. У Spar есть замечательный сыр рикотта, который я пробую каждое утро, его кушаю, мажу на хлеб просто. И здесь я буду добавлять его в салат, как такой, знаете, финальный штрих, он задаст акцент, этот сыр замечательный. А соусом для салата станет сок овощей, который я буду жарить на масло авокадо. Лимон я добавлять уже сюда не буду. То есть масло авокадо имеет свой, знаете, вот такой тонкий вкус, который отлично будет сочетаться в этом салате. Мне нужно будет нарезать болгарские перцы и шампиньоны. Я их буду обжаривать вместе. Болгарский перец нарезаю соломкой. Плита уже у меня раскалилась. Я добавлю масло авокадо в нашу сковороду. Яркое ароматное масло мне очень нравится. Теперь я нарежу шампиньоны. Сильно мельчить я их не буду. Нарезаем вот таким слайсом. Тушить я не буду, поэтому масло я предварительно разогреваю до максимальной температуры. Мне нужно, чтобы овощи, в данном случае болгарский перец и грибы, покрылись той незаметной корочкой, и чтобы вся сущность продукта осталась внутри. Добавляем грибы. Зелень я порубил за кадром. Болгарский перец, шампиньоны уже хорошенько обжарились. Теперь я беру шампиньоны Spar, которые уже предварительно порубили до меня. Сливаю сам маринад в банке и отправляю к нашей зелени. Прям всю баночку. Возьму ложку, хорошенько промешаю. Соли и перца понадобится небольшое количество. У меня под рукой всегда удобные мельнички от Spar со специями. В данном случае я здесь использую черный перец и морскую соль. Теперь в эту же чашку мы отправляем болгарский перец и свежие шампиньоны. Друзья, обратите внимание, вот этот сок, это и есть заправка нашего салата. Здесь у нас масло авокадо, вот этот соус. Аккуратно отправляю чашку. Чашка это не сервировочная. Чашки я буду просто перемешивать, а сервировать мы будем в более красивой посуде. Старайтесь всегда делать ваши ужины, обеды, когда вы, тем более вот дома, с детьми, приучайте их к этой эстетике. И обязательно красиво накрывайте стол, сервируйте красивыми приборами, посудой. И это обязательно останется в памяти ваших детей, и они это понесут уже в свои семьи. Вот та красивая, яркая праздничная посуда, о которой я говорил. Выкладываю ингредиенты салата небольшой горкой. Мне очень нравится сочетание маринованных шампиньонов и свежих. И теперь главная изюминка моего салата – это сыр рикотта. Нежный сыр рикотта от Spar. Открываем крышку. Убираем пленку. Друзья, вот такой он нежный, свежий. И буквально вот такими каплями я буду добавлять сыр в наш теплый салат. Не правда ли, уже выглядит очень аппетитно? И хочется попробовать. Ну вот, сыра достаточно. Дорогие мои, а самый главный ингредиент вашего блюда – это готовить на позитиве и с любовью. С вами был, как всегда, шеф Талга, Алматы со вкусом. Я готовлю в своей любимой кулинарной студии Kenwood с продуктами Spar. До новых встреч, мои дорогие!